Красиво здесь. Мы на крыше огромного супермаркета Костко. Крутимся в поисках места. Магазин Костко находится за городом. Мы на минут 40 ехали. Едем с тележкой по эскалатору. Костко — это американский магазин. Вадик смеется, а я не знала. Это огромный-огромный магазин оптовой продукции, поэтому здесь, наверное, все дешевле. А Вадим он привлек, потому что здесь самое хорошее мясо. Судя по размеру тележки, люди здесь набирают огромное количество продуктов. Ну, все приезжают на машинах и отовариваются. Какой лосось. Это свежий, да, не замороженный? Свежий. Для суши, для сашими. Сашими — это, кажется, мелко нарезанная сырая рыба. Выбираем продукты для пиццы. Он собачий. Мы уходим практически в холодильнике. Монстера делисиоса. Монстера делисиоса. Продаются луковицы цветов. Это у нас вот такие пушистые тюльпаны, махровые. Должна идти за Вадимом, чтобы я здесь потеряюсь. Ну, конечно, найдусь, но нежелательно. Корзинка наполняется. Это что, апельсиновый сок огромными бутылями? Все, вперед. В этом ряду у нас соки, всякие напитки. Раздают. Я уже в одном месте попробовала. Готовят и маленькие порции раздают. Вот рыбку я уже съела. А сейчас вон супик наливают маленький. Я сейчас тоже достаю в очереди и куплю себе. Вернее, не куплю, они дают бесплатно. Рядом стоят пакеты вот с этим. Я не знаю, что это суп или что. Тут же пробуйте и покупайте, если вам нравится. Пакет кладется и греется. Там, наверное, внутри вот такого, такой упаковки две пачки жидкого такого супа. Он кладется в кипяток, греется. Вот сейчас я его попробую. Дай джобу. А можете? Жду. Очень вкусно. Я люблю такие японские супчики. Не всем они, конечно, понравятся. Вот книжки. Типа грибной. Кусочки грибов с луком и как вот паста мисо. Что-то в этом роде. Нормально, вкусно, книги на английском. И горячего супика стало теплее. Попробовала какую-то штучку жареную. Вкусно? Так можно и наесться. Суп такая елочка стоит. Где полтора? 34? Да, где-то 34, это полтора. Это больше. Тараманна. Ну, хорошая елочка. Ну такая вся пластмассовая. Игрушки продают и всякие наряды. Да.
мишки. Хэллоуин приближается. Бррр, как страшно. Бррр. Паровозик из двух тележек, нагруженных всякой всячиной, двинулся к кассе. Тут обсуждение, что лишнее, что не лишнее. Каждый отстаивает свою продукцию. Ну, что я перекусила супиками и рыбкой. И в чемодане у меня уже места нет лишнего. Поэтому я ничего не покупаю. В принципе, до отъезда нам все выхватят. Идите. Едем наверх. Еще выше. Ой. Наружу, на крышу. Уже стемнело, пока мы ходили по этому огромному магазину.